Мне кажется, это видео будет похоже на новогоднее видео президента. Ну, правда, у него нет такой классной шляпы. Ну что ж, друзья, с вами Маша, и это новогоднее видео. Хочу очень кратенько подвести итоги года. Да, этот год для вейпинга был тяжелым. Так, конечно, президент говорит каждый год, но для вейпинга этот год был действительно тяжелым. Хотели принимать большое количество законов, пока что неизвестно, приняли их или нет, но про это будет, опять же, отдельное видео. На рынке появились снюсы. Отвратительные снюсы, и, слава богу, они так же быстро исчезли, как и появились. И, как я и ванговала в прошлом году, практически весь год был посвящен подсистемам. Маленьким, большим, разнообразным. В общем, все внимание вейп-индустрии было устремлено именно на подсистемы. И вангую, что и следующий год тоже будет посвящен подсистемам, но уже не таким, к которым мы привыкли, а вот таким вот интересным, то есть с аккумуляторами, с дисплеями, с какими-то разными наворотами. Кстати, видео на вот этот прикольный девайс, это формат под мод, оно выйдет тоже на новогодних праздниках, обязательно посмотрите, оно действительно интересное. А сейчас, как и обещала, расскажу вам про большой-большой новогодний розыгрыш. Как я обещала, призов будет просто нереально много, озвучивать я их не буду, иначе это видео затянется, ну, минут этак на 40. Я просто оставлю список призов в описании, заходите, читайте, смотрите, что же можно выиграть. А разыгрываться они будут следующим способом. Итак, 60% призов мы разыграем на нашем любимом YouTube-канале. Для этого нужно, естественно, быть подписанным на канал и жмякнуть на колокольчик. И в комментариях под этим видео, помимо ссылки на свою соцсеть, оставить какой-нибудь комментарий. Например, что вы думаете, что же ждет вейпинг в 2020 году, как он изменится. То есть раньше мы спрашивали, как вы перешли на вейпинг, но мы практически все уже знаем, как многие из вас переходили. А в этом году напишите, что же вы думаете о том, что нас ждет. Думаю, это будет интересно. 20% призов мы разыграем в нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на группу Папироска РФ ВКонтакте. Там будет опять же пост с розыгрышем, нужно будет просто сделать репост и оставить какой-нибудь комментарий. Нет, ни смайлик, ни плюсик, тоже лучше что-нибудь напишите. Ну, хотя бы какие-нибудь поздравления с Новым годом мне, нашей команде и нашему магазину. Ну, всем ребятам будет это действительно очень приятно почитать. А если вам нравятся какие-то продавцы, вы ходите в какой-то определенный магазин, тоже об этом обязательно напишите, продавцы тоже любят похвалу и тоже любят, когда их замечают. Думаю, это всем приятно. Ну и 20% мы разыграем на нашем инстаграм-аккаунте. Конечно, последнее время у нас там выходит мало публикаций, но почему бы не провести там розыгрыш, потому что подписчиков там собралось тоже достаточно много. Там условия будут подробно прописаны, особо никаких комментариев там оставлять не нужно, только отмечать друзей. Ну и на этом, наверное, все. Итоги мы подведем 10 января, но, может быть, даже запустим стрим. Запустим? Возможно, да. Возможно, запустим стрим, так что следите за итогами, победителей будет действительно очень много. Потом нужно будет отписаться в группу ВКонтакте и обязательно отпишитесь в течение 2 недель, потому что какие-то призы у нас так и лежат практически с начала года. Кстати, итоги мы опубликуем и на YouTube, и ВКонтакте, и в Инстаграме, там где угодно, там и следите. Ну и последняя новость! Это, естественно, скидки. Скидки начнутся вечером 1 января и закончатся 8 января. Кстати, все 8 января они тоже будут действовать. И будут действовать и в интернет-магазине, и во всех розничных магазинах. И составят 15%. В интернет-магазине они будут действовать на все предоплаченные заказы. То есть оформляете заказ, оплачиваете там картой, переводом, чем угодно, кроме оплаты наличными при получении. И получаете заветную скидку. А в розничных магазинах просто приходите, закупаетесь и получаете скидку. К сожалению, на акционные товары скидка не действует, но их сейчас не так уж и много. Ну что ж, всех с Новым годом, всех обнимаю, целую. Ну да, всех обнимаю и целую. Пока-пока.